В этом году 90 лет исполнилось бы Александру Спиридоновичу Артемьеву. В честь дня его рождения видные деятели чувашской культуры собрались в Литературном музее, чтобы в очередной раз вспомнить, какой вклад внес писатель в развитие литературы. На творческом вечере побывала и наша съемочная группа. На вечер собрались писатели, поэты, которые искренне ценят и уважают творчество Александра Артемьева. Безграничный талант писателя отмечают все. Ведь помимо создания художественных произведений, Артемьев был превосходным переводчиком и критиком. У Александра Спиридоновича осталось не так уж много близких друзей и родственников. Андрей Артемьев, внучатый племянник, единственный носитель фамилии. О своем талантливом предке он помнит только хорошее. Начитанным, талантливым и справедливым человеком называет писателя жена брата. Яркая, неоднозначная личность, очень артистичный, с таким красивым, зычным голосом, с чувством юмора. Очень интересный человек. В рамках юбилея состоялась выставка работ писателя и поэта. За всю литературную деятельность Артемьев написал более 20 книг, многие из которых вошли в Золотой фонд чувашской литературы. Среди них «Большая медведица», «Соломби», «Цена хлеба» и другие. Как критик, Артемьев всегда искал в произведениях только лучшее. Екатерина Абрамова, Регина Кубайкина, Андрей Спиридонов, Республика.